Друзья, всем привет! Сегодня с вами будем делать простенькую, но полезную самоделочку для мастерской. Делать будем из обрезков дерева. В данном случае вот такой у меня брусочек завалялся. Поэтому усаживаемся поудобнее. Всем приятного просмотра! Итак, наша самоделка почти готова, осталось ее собрать. Также мне понадобилась вот такая пружиночка и небольшой гвоздик. Также взял вот такую шлифовальную ленту от шлифовальных машин. Сейчас мы сделаем наше приспособление. Итак, для начала берем пружинку, ставим вот сюда на место, по центру. Теперь, где отверстие, должно совпадать с этим отверстием. Все. Вот таким вот способом упираемся и вставляем гвоздик. Все, никуда у нас не денется. Теперь берем ленту и одеваем на наш брусочек. Одели. Теперь опять также нажимаем, вытаскиваем гвоздик. Все, пружина у нас натянула нашу ленту.
Все, вот такой вот получился шлифовальный брусок. Здесь сделал под 45 градусов. Можно побольше, поменьше. Опять же, все зависит, как вы работаете. Некоторые делают с двух сторон, можно полукруглое сделать. А я сделал вот таким вот способом. Ну и давайте затестим. К примеру, нам нужно где-то обработать грани или что-то. Итак, приспособа наша рабочая. Большой плюс, считай, то, что можно быстро менять ленты. К примеру, поработали одной зернистостью, опять вдавили, поменяли, работаем дальше. Что еще можно было улучшить? Здесь можно просверлить чуть побольше отверстия, сюда вкрутить мебельную гайку и уже не гвоздем, допустим, а маленьким болтиком подтягивать и менять ленту. Некоторые скажут, наверное, заморочился, но опять же, как говорил один мой знакомый, для себя можно и заморочиться. Я считаю, приспособа получилась хорошая и удобная. На этом будем прощаться. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!